Промазал. Ну. Где-то туземцы орут. Оленей вижу. Ну и да, у меня вокруг экрана. Экран и ним покрылся. Уже льдом, я бы сказал даже. Да-да-да. Такая же фигня. Так, ну вот. Мы возле речки. Ну вот. Это наша речка. Нет, это озеро, походу. Озеро, которое переходит в речку. Ну, вижу. Свет. Надеюсь, это наш дом. Хотя, по сути, наш костер должен был уже погаснуть. Наш костер погас, по сути. Это на чей-то огонь. Угадай. Так. Икон, крокодил сзади, ёпта, Кирюха. Да. Хуясь, они еще и живучие. Так он еще и за мной. Блин, он у меня. А, их двое. Их два. Да, он не умирает. Не, он убегает. Побежали, ебает. Ага. Еще и крокодил есть. Поп-поп-поп, абориген там бежит вдалеке. Фонарик, блядь, такой. Я погасил зажигалку. Побежали тогда. Тогда так, побежали. А, у нас еще есть крокодилы здесь. Да. Так что надо осторожней. Блять, нашел еще одного. Крокодила? Он в текстуру убежал. Угу. Бегает сквозь текстуры, зараза. Да, тут нужно, короче, с полной энергией его пиздить. Ну да, у меня и жрать хочется, и энергии нету. Угу. 100 хп фул. Так, ну я пока никого не вижу. Пока тоже. Надо сейчас по-бринкому костер развести. Стал нужно. Пожрать сразу. Тоже геккона буду. И я. Гекконы очень вкусные. Надо второй факел зажечь. Ветер поднялся. Так. Я наполовину хп. Без гиппоном. Да, и у меня наполовину хп. Так, значит, я еще одного гиппона буду жрать. Ну, видимо, да, у меня последний. А, видишь, смотри, они еще отличаются. Ну, Полит Рафлизард. Нон Рафлизард. Мы его таскали, ну, да, с собой. Он испортился, скорее всего. Ну, я сейчас буду отравленного жрать. Видимо, холодильник нужен во всяких этих других. Ну, хранил вот эту полку строить. У меня, ну, я вот все думаю, это трава шевелится около забора так стрёмно или что? Все, фул КП. И у меня, кстати, теперь я полный. Шкурка. Ну, во, я могу снова скрафтить этот мешок. А, мешок? Угу. Ну, вот, у меня тоже есть. Так, вот понять бы, как скрафтить лук. На веревка. О! Есть так. Лук. Это хули. Слушай, по этому поводу скажи. Только стрел нет.
Как сделать стрел? Вот arrow. Нет. Ну вот я беру, блин, палку. Здесь не написано, что надо. Есть какие-нибудь Википедии? Нашел? Заходи к нам. Мы тебя накормим. Гекконами. Вы меня, блин, белками будете кормить, я вам там ломал. Нет, гекконами, крокодилами и черепахами. Экзотика. Еще лягушек осталось найти. Да, а, еноты и олени и наесть. Окей, енотов тоже не трогаем. Так, ладно. Как игра называется? А, Forest. Forest. Так. Как сделать... Почему? Да. Как сделать... Есть такое... Стрелы. С енотов и белок отпишу. Пять перьев и одна палка. Окей. В Майнкрафте. А перед когда? С гурьей. Да не, прикольно. Но я не понимаю, как перья достать. Как-то с птичек, наверное. Да ну они летают. Я думал, что птичек с лука надо бить. Cells are more, блядь. Во, я знаю. Можно сделать из шкуры геккона. Ну как? Это... Я сделал потише. Лёша крикливый. Чё, Лёша? Сейчас. Прикинь, его голову можно приготовить. Да. Сейчас я ее тогда съем. Ну это все отрубило голову этого мудака. Может как раз черепушка останется? Ну, кстати, может быть. Я кинул. Я тоже. Побольше огня, больше. Ну. Где она? Так сейчас что-нибудь у нас выйдет прикольное. Кстати, из головы можно сделать бомбу. Так, ладно. Да, рандом. Что-то надолго готовится. Да, вот я тоже. Мы будем переезжать или остаемся здесь? Ну, видишь, из этой вот кормушки. О, а ее собрать можно нельзя? Забрать. Во. Костер соберем. Череп есть. Ну, где? Во, я сделал. Что это такое хлопает? Телефон зацени. А? Красиво. Угу. Не, реально, эту игрушку до ума довести, она шикарно будет. По сути. Так, забираем, чё? Опа, назад. Двое, да. Кстати, для драки, Кирюх. М? А, видишь, у неё скорость маленькая. Короче, для драки неплохо вот эта фигня, у неё дамаг вообще бешеный. Надо, короче, сваливать.
Ты можешь свою кормушку забрать? Давай, блин, кастрюлю. А, ну, долбим, окей. Блять, я чуть по тебе не ебну. Все, еще один у нас застрял вперед. Угу. Надо забирать. Давай попробуем. Так, давай, пей из нее сначала. Готово. Попью. Бежит, бежит. С фонарем бежит. Еще А-а-а. Один бежит. Бля, какой он бодрый. Блин, баба прибежала их. Ой, целая толпа у них. Блять, мы двоих убили, но я жду. Тут жесть какая-то. Баба, кажется, тоже зависла. Так, ну а чё, я резаюсь, если нет. Нет, я тебя резнул. Резнул, а я уже нажал. Блин. Да ладно. Страшно, я сейчас прибегу. Так. Ну, цветы, по крайней мере, растут. Ну, попробуй пока кормушку эту разбить мою. Ой, ёб твою мать. Да, Кирюх. Разбился. Mm-hmm. Прыгнул неудачно. Не ломается твоя кормушка, что-то. Хреново, черепаху дом... искать надо. Вот дом ломается, а вот кормушка нет. Черепаху искать надо, Кирюх. Где? Если... А, это вот это. А, во, пришел ко мне, зараза. Так, конечно, сейчас попробую забегать, отыскать черепаху возле этого. Как его? Возле носа самолета. Она там будет. Блять, я и без жрачки, я и без всего. Все, все, что у меня было, короче, все пропало. Блин, а ты появился там, а не около дома. Нахрена ж тогда дом нужен? Для того, чтобы не подыхать, значит. Не понял. Ну это выживание. То есть. Не, ну а там вот нарисована дискетка вот эта, С. Да, я. Не, ну возможно, перед выходом сохраняться нужно. Короче, пошли сразу туда. Ну иди в жопу. Опять фонарь ко мне прибежал. Я говорю, сначала нужно черепаху найти, чтобы сделать эту водопойку, блядь. Ну, блин. Я сейчас вот сбегаю к этому, к самолету, к носу. Может там еще одно. За тобой приплыло. Бежит. Никого не вижу. Уже не бежит. Реально нужна черепаха. А здесь ее больше нет. Вот где-то вот, вот на этом вот. На этом вот. Вообще, пизда-то получается. Вот, ну да, вот. Да. И забор у меня границу. Слева, да. Справа. Хорошо, смотри, здесь бекон резается. Даже убить его нет. Да. Я вот вижу тень какую-то. Короче, вот после этого пленушка или камушка хоть просто. Я здесь водопойку буду ставить. Ну давай, ставь костер, водопой. Ну давай, я костер. Найти теперь надо. Что, прям костер на берегу как-нибудь почти? Вот возле, наверное, все. Ну, вот здесь его воткну. Так вот воткну. Блять, еще три палки надо.
Три камня. Три камня. А у тебя палки, да? Ну вот мелкие деревья. Большое дерево. Да это кусты, блин. Их может не выпасть. Мы все равно их вычистим нахрен. Вычистим-то этот, блядь, мы вычистим. Потом это все с голодухи подыхать будем. Есть. Держи, Гекон. Осталось только дождя дождаться. Че это такое? Это кто у нас? Опять Кирюха погорячился? Да. Я поставлю. Окей. Че, блин, камень? Еще одна палка нужна. Да, блядская урота. Энергия останавливается очень долго. Что там это у вас опять хлопает такое? Деревья, ну всякие обрубки, вот почему-то их собирать нельзя. Есть такое. Нет, это нашел быстрый подъем наверх. Это хорошо. Там уже деревья что-то рубишь? Вот. Ага. Да я думаю, это маленькая, оказалось, это маленькая. Не маленькая, они такие тонкие-тонкие, простенько. У меня с тонкими что-то не вообще не срастается ничего. Они как-то да, криво, блядь. Я тоже заебываюсь их рубить. Дерево. У меня большое дерево рубит, кстати. Сейчас я вниз поскидываю к нам. Тут бревен тут. Налево. Вот, значит, надо было ему так застрять. Одну упала. Wow.
Ну чё, кто внизу будет строить? Могу я. Давай. Большой строй тогда сразу, который там на 80 бревен. Сейчас посмотрим. На 80. Вот здесь спуск есть. Быстрый. Ты. О, я тут как раз бревнышко нашел, которое, видать, хуёво упало. Это я его кидал, да. Иди ко мне. А, Дэвид, ты его сначала скинуть хочешь? Кстати, оно всех сюда, во, нормально. Вот с этой стороны. Я так, пойду. Я жрать хочу. Ну, у меня еще половина. Не, у меня половина, но уже энергия не устанавливается вообще нихуя. Вот, вот здесь вот под ним подъемчик такой прям. Ага, вижу. У нас тут темнеет уже. Да. Блин, у меня энергия что-то как-то прям очень плохо. Поесть, видимо, тоже надо. Топить бы не мешало. Дождя еще не было. Так, говоришь, сразу за 80. Которая. Ириха, его вообще можно поднять, блять. Такого высоко? Зовут дом. Вот так вот у нас будет выглядеть Кирюх. Ну, подумаешь, всего-то на 136 бревен ёпцы. 36 бревен на это? Вот что, вот такой высокий поставить, нужно 136 бревен. Ну да, подумаешь. Да я-то думал, что... Он не это. За 82 бревна он так будет строить, оказывается, хуй. Блин, у меня энергии нет, не могу рубить. Давай, Игорь, сюда жрать будем. Ну, я точнее уже повернул. Ну, бегу. Дождя дождаться. Что-то как-то я уже хочу наш пить. Дом. Потом лесенка. Ну... Мне кажется, это будет лучше его, ну, попробуем еще. Так, дай еду. Часть последнего бекона. Пробуйте ловить еще. Ну, блин, и вечер как назло не порубить. А я сейчас вот это вот порублю, которое вот уже нас. Ну сколько тут получается? Нужно срубить 50. Почти 70 деревьев срубить надо. Ну, все, я фух. Ну я тоже пойду порублю. 40. 50 почти бревен надо. 350. 25. И, сука, она в текстуру заваливается, блядь. Не, смотри. А. Норм. Одно, второе. Вот третье. И больше нет, что ли? Да, остальные текстуры. А вот, нет. Ну, еще одно бревно в речке. А как ты делал факел? Над факелов понаделать такие. С черепом-то? Да. А, еще надо понять, как мне факел поджечь. У меня же есть факел.
Ну, не обязательно с черепом. Наверху поставить еще хочу просто. Это тому. Да время. А. Надо типа спать. Так, дерево падает вниз к тебе. Не, оно пока не падает. Или это ты где-то там срубил? Наверху. Вот все бревна вниз укатились. Блять, я еще никак дерево дорубить не могу. У меня энергии нету. Из-за обезвоживания, слышишь, Лех, энергия уменьшается. Пойду тогда тоже попью. А, блин, попью. А нечего, у нас дождя не было еще. Так, я что-то бревен не вижу. Ну вот, у меня 5 бревен упало, прям к шалашу четко. Так, где еще одно? Ну я положил. Я 3 воткнул, ты одно. Было 5. Так, ну ладно. Блин, надо вот здесь поставить. Бэм. Костер на палочке, ты как-то ставил факел такой. Вот этот что ли? А, да. У тебя есть палочки? Там есть. Ты где там? Наверху. У меня жрачки нету. Твою ж налево. Блять, бегу вот, Кирюх. Да я уж, у меня уж тут на меня напали. А, нормально. Я уже вниз к тебе прибежал. Вижу, пробежал-то. И здесь. Слушай, а может уже того водопада попить можно? Заметь. У нас водопад напротив. Кстати, да, все может быть. Что-то в нем я его не замечал. Не, я как-то тоже не обратил, не то чтобы не обратил внимания, внимание обратил, но значение не придал. Водопады, по идее, там лесистая якобы. Блин, к нам уроды пришли. Да, вижу я чё. Пуэллы с его верхами какие-то, блядь. А в чём бегает? А мы тут сами как хавчик, блядь. Это да. За что, блядь? О, я нашел. Озерцо, где можно топить. Ну, прямо, короче, наверху водопада. Mm-hmm. В принципе, мы удачники как это. Ну да. В принципе, нам только один раз дождя дождаться и все. И у нас будет поилка прямо возле дома. Так, осталось теперь найти, блядь. Только что бегало. Ночью ни хрена не видно сейчас. У меня перед ногами пролетело, но я не успел схватить. У меня вот такая... Эти уроды, может быть, на свет прибежали? Всё может быть. Не, а может на звуки?
потому что мы деревья рубили. Я хочу фонарь, как у того уродца, блядь, по честному. Блядь, ну нет жирности, чё-то никакой. Ты слышишь это? Нет, на колонке очень тихо. Тут орёт очень жестко. С таким эхом аж. Ну, как они орут, то я слышал. Даже на тихих колонках. Они где? Это тоже на нашем берегу? Да, на нашем берегу. Вообще где-то наверху гекконы бегали. Роликов было дохуя. Где-то гребаное утро. Ну, если только вступила в свои права, блядь, что ты хочешь. Есть один геккон, есть. Да, я зашел, я зажег твою черепушку. Ага. Петрюга поднялся. Ну, я твою черепушку надел. Я видел. Ой, хавчик. А, слышишь? А? Она? Я гекконов пахала. Варанов, точнее. Сразу двоих, что ли, зажарил? Сразу двоих, что ли, зажарил? Одного. Честно, где он орал? Прям так истошно рядом. Да мне кажется, где-нибудь там вот. Они все оттуда, кстати, от моря приползли. Ну вот у меня первый с... у меня наверху появился. О, я ж тебе говорил, где-то гром. Ништяки. Все, нам теперь не нужно будет на водопад бегать. Шавчик. Блин, мне не полностью установилось. У меня почему-то полностью. И энергии не устанавливаются. А, воды попей. Попил уже. Так, ну тогда я пошел рубить, ты тогда будешь собирать. Видимо, ну да. Потому что... Когда фул хп и... Ой, фул еды и воды, то ну... Да. Давай начнем вот с этого как раз, с дорожки здесь. У меня еще и хп-то, в принципе, нет. А наболиков нету, что ли? Есть. Теперь фул. Но энергия по-прежнему половина. Так, есть. На тебя падает. Нашел. Мои брёвна таскать. Будь мужиком. Не очкуй, Славик, это кто разделал, да? Вон он тут. С брёвнами наносимся. Ай, я знал, что мне сейчас... Ай, я ж бревно уронил. Тут, блин, буду катиться.
слип. Ху, если там оно улетело. Прямо аж к тебе. Лови его. Не, это реально, это практически Майнкрафт, только 3D. Но Майнкрафт лучше. Не, здесь в принципе все то же самое. Ну, практически да, только от первого лица. Да. А, ну в принципе Майн тоже. Ага, вон там еще бревно прямо возле дома. Я пошел следующее. Кстати, а энергия уменьшается почему-то. От чего-то. Реально, я думаю, мы после такого одного бревна бы уже отдыхали. Нет, в принципе, если топор острый, там оно рубится полноценно. Таскать. А, таскать, да. Блин. Хреново оно падает. Ой, зацени, слышь, Кирюх? Делай скрин. Блять, улетела птичка. Мне птичка на руку прямо села. Прикольно. Двадцать три уже. Нормулик, осталось соточка. Так. Слушай, Кирюх, пока день. Пошли-ка. Сейчас вот последнее дерево сейчас мы донесем. И это. Нужно пойти жрачку искать, Кирюх. Со жратвой это проблемы. Тогда мне надо поесть. Блять, дорогой. Сука. Говно это пришло. А, видишь, они по одному боятся подходить. Блин, у меня есть лук, но ё-моё. По одному и днём сыкуют. Так, слышь, Кирюх, пошли, зажратой. Ща, у меня тут кролик я положил, что я, правда, не вижу уже. Ну не кролика, геккона. Взял, положил в костер. Где он? Он сейчас появится. На. Куда он делся? Кинули, у меня хавка пропала. Кстати, по этому поводу, блядь. Положил в костер, а его нету.